студія «День» на 7-му каналі. Сьогодні в прямому ефірі для вас працюю я, Ірина Стрябко. Рада вітати вас. Нагадую, що ми працюємо наживо, тож залишайтеся з нами, адже ми підготували для вас дуже багато цікавої та корисної інформації. А я зараз переходжу до нашої першої теми. Спеціальний представник голови ОБСЄ в Україні та в тристоронній контактній групі Хайді Грау заявила про погіршення ситуації з безпекою на Донбасі. За її словами, дії бойовиків не дають змоги спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ ефективно виконувати свій мандат. Я цитую її. Протягом останніх тижнів спеціальна моніторингова місія ОБСЄ спостерігала погіршення безпекової ситуації на ділянках розведення сил і засобів. Місія продовжує фіксувати використання важких озброєнь, розміщених з порушенням лінії відводу. Про це розказала вона. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач, з нами на прямому зв'язку. Пане Олександру, ми вас вітаємо. Добрий день. Доброго дня. Тож скажіть, будь ласка, наскільки ситуація на Донбасі погіршилась? Яка там зараз ситуація з безпекою? Ну, скажем так, те заявления, которые были сделаны со стороны ОБСЕ, в первую очередь касались непосредственно самой мониторинговой группы, а именно того факта, что им всячески незаконные вооруженные формирования препятствуют того, что пророссийские террористические группировки и непосредственно даже и российские войска, которые там находятся без опознавательных знаков, как известно, даже сбивают беспилотники ОБСЕ. Устроили самую настоящую охоту на беспилотники ОБСЕ, чтобы те не снимали то или иное передовой, что является непосредственным нарушением Минских соглашений. А в целом же обстановка на Донбассе, она по степени своей напряженности, ну, честно говоря, никогда не давала возможности расслабиться. Единственное, что на сегодняшний день группа ОБСЕ действительно стала фиксировать все больше именно фактов нарушения перемирия, так называемых Минских соглашений и так далее со стороны российских подразделений пророссийских сил. Хотя при этом, конечно, к сожалению, ОБСЕ до сих пор не может в полной мере зафиксировать именно нарушения со стороны напрямую как бы российской стороны, да, поскольку они находятся без опознавательных знаков, что является вот таким вот краеугольным камнем вот этой бюрократической системы, как таковой самой мониторинговой группы. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, я хочу зараз більше поговорити про атаки на безпілотні літальні апарати. Як це зараз там на сході все відбувається? Ну, на сьогоднішній день безпілотники можуть збиватися як з допомогою спеціальних устройств, так і посредством класичного огнестрільного оружия. І цими двома способами, собственно, і пользуються російські и пророссийские силы на Донбассе. Замечу, что использование классического стрелкового оружия – это как бы отдельный разговор, это вполне заурядное явление. Что же до более специфических вооружений, тех же самых электромагнитных оружий, которые так и используются против беспилотников, то это уже, знаете, в шахте так просто данное оружие не найти. И его перебрасывают, соответственно, на оккупированную территорию Донбасса со стороны Российской Федерации. Причем зачастую такого вида вооружения не являются именно российского производства. Поэтому можно напрямую говорить о том, что Российская Федерация и подконтрольные ей боевики всячески препятствуют мониторинговой группе ОБСЕ проводить контроль на линии разграничения, да, и вглубь же даже. Что попадает под прямую интересы именно Кремля, чтобы максимально ограничить доступ международных групп на оккупированной территории для того, чтобы, опять же, тем или иным способом были зафиксированы нарушения со стороны Российской Федерации. А як зараз працюють учасники гуманітарної групи на сході України? Яка зараз ситуація з водопостачанням, з пенсійними виплатами на Донбасі? Чи знаєте ви про це? Ситуация, скажем так, что на поле боя, что в социальной, общественной, в социальной сфере, она одинаково напряженная. Почему? Потому что
марионетки, пророссийские марионетки на оккупированной части Донбасса, они всячески блокируют возможность даже банально людей пересекать линию разграничения, да, проходить КПП и получать пенсии на территории независимой Украины, а не на территории оккупированной части Донбасса. Причем эти преграды создаются абсолютно под любым предлогом, вплоть до того, что разного рода вот пандемические угрозы, то, что с территории независимой Украины на вот эти недореспублики будет принесен коронавирус, который ухудшит ситуацию с пандемией и так далее. То есть совершенно надуманные поводы иногда возникают, хотя на самом деле ситуация с коронавирусом, насколько известно, намного хуже именно на неконтролируемых Украиной территориях, поскольку на сегодняшний день, если мы уже заговорили о социальной сфере, медицина там находится, ну, говорить в упадническом состоянии, это ровным счетом не сказать ничего. И не только медицина. Точно такая же ситуация вырисовывается и с шахтерами, да, как бы шахтерский край, на что и делалась на протяжении десятилетий ставка как бы пропаганды как пророссийских сил на востоке Украины, так и в самой России делался акцент, что это шахтерский край, который якобы кормит всю Украину. Так вот, даже вот эта гордость Донбасса, шахтерская индустрия, угледобывающая индустрия как таковая сейчас находится в настолько упадническом, тщедушном состоянии, люди не получают по полгода и более зарплаты, а те, когда им их выплачивают, то выплачивают какую-то часть незначительную. И люди просто держатся за вот эти вот копейки. То есть на самом деле ситуация кошмарная, одним словом. Пане Олександру, прошу вас дуже коротко ще відповісти на одне питання. Як ви думаєте, які мають бути подальші дії представників ОБСЄ? В першу чергу, це, безусловно, необхідно на міжнародному рівні со стороны стран, которые поддерживают Украину, ужесточить требования по отношению к Российской Федерации, поскольку она является непосредственным участником конфликта, стороной конфликта, и те режимы, которые находятся на оккупированном Донбассе, они являются марионеточными режимами, ужесточить требования к допуску мониторинговой группы, в противном случае требовать дополнительных в этой связи санкций. Дуже вам дякую, пане Олександру, за те, що доєдналися до нашого прямого ефіру. Нагадую телеглядачам, це був Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач. Говорили про те, що представник голови ОБСЄ в Україні та в тристоронній контактній групі Хайді Грау заявила про погіршення ситуації з безпекою на Донбасі. За її словами, дії бойовиків не дають змоги спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ ефективно виконувати свій мандат.